своего Подмосковья и своих городов. Мы просто живем на оккупированной территории. И сегодня все об этом говорят. В Жуковском все говорят, что мы живем в оккупации. И мы боремся с оккупантами на своей территории. Они уничтожают леса, они уничтожают водоемы. Они делают то, что делали фашисты под Москвой. Они снимают плодородный слой в Воронеже. Мы не дадим им этого сделать. Они придумывают много всяких разных законов и объявляют нас вне закона. Они смешны в своем этом действии. Когда наш лагерь защитников леса,